Бокер Тов, доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем наш третий урок по недельной главе Торы Бемидбар. Продолжаем смотреть, что означают имена вождей колен. Мы подходим к Йосифу. И написано, что от колена Эфраима Элишама сына Мехуда. Наши мудрецы говорят, что это дедушка Игоша сына Нуна. И у нас есть книга, называется «Написание». В ней есть книга Девреямим в конце. Первая книга Девреямим, и там есть 7 глава и 26 строка. Там написано, что Амигуда родил Элишаму, Элишама родил Нона, но он родил Егошева. Что же означает имя Элишама? Это означает, что Йосиф слушал Всевышнего, а не жену Потифара. И Йосиф был со мной, это называют Амигуда, а не с женой Потифара. Эти слова еще означают, что гроб Йосифа несли сразу за ковчегом Завета. Вот так. Теперь мы смотрим колено Менаше. Возглавлял колено Менаше Гамлиэль, сын Бдацура. Что наши мудрецы здесь говорят? Что за мои дела Всевышний благословил, вознаградил меня чудесными дарами. А Бдацур, это скала Цур, избавила меня из заточения. Следующее колено у нас идет колено Беньямина. А вождь колена Беньямина Авидан, сын Гедани. Авидан родил Беньямина. Рахель, получается, Авидан означает родила Беньямина. Вот так называется это. Рахель родила Беньямина. И Рахель подумала, что умрет она не одна, а умрет и ребенок, которого она родила. Поэтому она назвала его Бенани. А Яков назвал его Беньямин. То есть Бенани означает сын моей скорби. А Беньямин намекает на то, что тот доживет до преклонных лет. Имя Гедани намекает на благословение, данное молодому Беньямину Яковом, что его потомки станут сильной и многочисленной армией. Гдуд. Это дивизия, так переводится это слово. Вот так вот. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Исхак, Борис бен Мария, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен София, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Фира бат Анна, Евгений бен Сара, Замазнул Парасас Гула, Ирина бат Ури, Арон Арье бен Ури, за хороший дух Арон Арье бен Двора, Низ бен Ахум, Авигайл бат Сара. На сегодня наш урок заканчивается. Записывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем всего самого лучшего. До следующих встреч.